А кто не будет платить, отключим газ. Компания-поставщик голубого топлива снова требует оплаты за потребленные услуги. Лучшим методом воздействия в Запорожгазе по-прежнему считают отключение. Только с начала этого года 78 неплательщикам обрезали системы газоснабжения. Выйдите, пожалуйста, мы хотели это, вам предложить лучший вариант, чтобы не отключать. Эту квартиру выбрали не случайно. Здесь за газ не платят уже 9 лет. Было два решения суда, но в квартиру все равно не пускают. Пришлось отрезать газовую трубу должников у соседки. Она платит исправно. В квартире неплательщиков на бульваре Отечественном живут 3 семьи. 6 человек и животные. За 9 лет оказались должны 1700 гривен. Говорят, были материальные трудности. Мой номер в онкологическом диспансере 25010. Я перенесла 8 операций. Мне было трудно. Сейчас я начала потихоньку выздоравливать и начала платить за газ. Вчера проплатила 145 гривен, сегодня проплатила 195 гривен. На завтра готовлю либо 400, либо 800 гривен, потому что есть задолженность. Теперь готовы погасить всю сумму в течение 2 недель, лишь бы не отключали. Запорожгаз неумолим. Газ является государственным товаром. И мы не имеем права, мы не уполномочены отпускать его бесплатно. В связи с этим мы пресекаем попытку бесплатного потребления газа. Бесплатные. На протяжении 9 лет у вас была бесплатная льгота, как потребление газа. Чтобы подключиться по новой, надо не просто заплатить долги. Для тех, у кого больше 2 газовых приборов, придется делать технический проект и ставить газовый счетчик. Предварительно посчитали не меньше 1000 гривен. Естественно, мы не какие-то коты и не изверги, и не это. Обязательно идем это всем это на встречу. Обязательно. Рассматриваем, заключаем договор это на реструктуризацию, если видим, что семья в самом деле. Ну, ты наплатил, ну, так вот случилось. И никогда мы не обрезаем. На сегодня по Запорожью 20 тысяч абонентов должны Запорожгазу более 17 миллионов гривен. Обещают, кто не заплатит, будут отключать дальше.